Ну как ты так вот? Санёк, где у вас жерди? Вот жерди. О, летает! Вот, за все про все. Всем привет. Чумазый, наверное. В общем, расклад такой. Сегодня хочу купить сено по хорошей цене. Ну как по хорошей? Для нашего региона 1500 за рулон. Потому что все уже продают 7000 тонн, 8000 тонн. Так что, ну, 2100 за рулон, в общем, хотят. Все просили жерди, жерди, жерди. Вот вам жерди. Не знаю, как это должно выглядеть. У меня рельсы получились. Ну, в общем, рулоны хочу закатить на них, чтобы как бы между землей и сеном воздух был. Ну, в общем, гнило меньше. Ладно, не о том речь. Ну, в общем, решил срубить я здесь пару... Не знаю, что это. Ольха, наверное, какая-нибудь. В общем, выросла по канаве у нас. Вот такой лесок. Ну, срублю парочку для жердей. Наверное, никто не расстроится в деревне. Чего? Чего убежал? Оторвал, да, веревку? Оторвал веревку. Ой, веревку-то вся раз... Веревки нету. И радуешься. А что ты радуешься? Что ты радуешься? Все, оторвал. Пойдем. Вот сколько радости. Сколько радости. И вот свинья бежит. Испугался. Свиньи испугался. Пойдем. Ну как ты так вот? Новая веревка. Погрыз. Пойдем. Хоть ходит за мной. Пойдем, 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 пойдем. Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, какой собачка. Пойдем. Сено воровать пошел. Вот теперь поймай его еще. Это я сел чай попить. Так, иди сюда. Давай, давай. Не придуривайся, пойдем. Пойдем. Ну ты бык. Ну ты бык. Пойдем. А, на ногу ступил. Так, в общем, ко мне приехало сено. Пам-парам-па-пам-па-пам. Я на камеру поснимаю, на память. Ну да. Как жизнь в деревне идет, покажу всем. Городским. Вот так вот. Хас! Красивый! Там то скелет, еле-еле, Джанни шевелит, ага, гели-гели-гели-гели. Вот такое мелкое, хорошее. Кайф. Отлично. Блин, я думаю, подождите, слышите, товарищи, давайте его сразу развернем и сразу туда по это. А. Так, подождите. Давайте немножко подождите вот туда. Все, давай толкай, пробуй. Давай. По чуть-чуть. Ага. Все. О! Только держите. Фу. Смотри, какая красота. Вообще. Тебе сейчас где-то 4 палки надо, 4. Ну я сейчас вот 4 дерева прям срублю прям здесь. И зафигачим все. Давайте, везите, короче. Так, в общем, вот. 3 рулончика заказал. Сейчас еще 3 рулончика приедут. Кайф. Я рад. Ладно. И жерди, жерди. А то мне все в комментариях просят жерди. Вот, Санек, где у вас жерди? Вот жерди. Хватит вам. Все, продув. Стоит как на рельсах. Да не, я все накрою, нормально будет. Смотри, сено классное. Веточки тоненькие все. Вот она, я люблю у нее сено заказывать. У нее, видишь, вон, травка торчит зелененькая везде. Получается, по 300 они, 900 и еще 900 у меня будет. 1800. Ну, короче, 2 тонны и 2 тонны своих заготовлены. Минимум. Ты что извозился-то так? Ты что извозился? На зиму тебе сено везем. Видишь, тоже жвачка живет. И что же? Классный. Сейчас иду. Вот, за все про все.
чтобы понятно было, а то много вопросов будет, сколько у вас сено стоит. Все, спасибо вам большое. Да. Все, вам, да? 30 тысяч сказал, да? 30 тысяч? 10 тысяч. 30 тысяч. Давайте, ну все, блин, спасибо огромное. Блин, надо вот это будет еще вот это сено приобрать. Вилами сейчас прийти. Ну что, нормально или нет? Нормально. Да. Вот так вот поправлю. Ну сейчас закроем, мы сейчас клеим ее. Так, в общем, вот купил 6 рулонов по 300 килограмм. Сена хорошего. Сейчас как резерв законсервируем. Сначала буду пользоваться своим. Тут сток, еще в поле надо привезти сток, когда микроавтобус починю. И вот сегодня гости ко мне, друзья, приехали. И мы... О, летает! Короче, вот такая веселуха. Сегодня еще не присел. Так, ладно, все, ну, не знаю, нам надо как-то склеить, потому что ширина 2 метра. 1500 рублей за такой рулон. Довольно-таки дешево, потому что соседи наши уже продают по 2100. Сегодня ездил, узнавал. Может, еще второй поэтому так, или как? Может, какой-то связующий такие, знаешь, какие-то лепехи? Потому что, блин, что-то мне кажется, он хреново прижимается к нему или нет. Так, ну все. Вот так упаковали. Все, mission completed. Сено смотри. Да, да, ты че, знаешь, когда тюки кидаешь тоже, блин. Пойдем, все, я рад. Все, всем привет. Лежит. Дай тебе пойдем. Чего леглась-то? Жвачку жует. Ой, ряженка. Как смешно лежишь-то. Как смешно лежишь. Пойдем.